24 апреля в Латвии пройдет Большая Толока. Многие уже готовятся провести весенний субботний день, занимаясь уборкой и облагораживанием лесов, берегов водоемов и прочих территорий. К сожалению, делать это дружной и многолюдной компанией не получится, ведь из-за эпидемиологической ситуации необходимо учитывать актуальные требования безопасности. Не лишнее будет также заранее ознакомиться с указаниями местных координаторов акции. В Даугавпилсе за проведением Толоки отвечает Управление коммунального хозяйства. Формат остается такой же, как и в прошлом году, что большие компании не собираются, но стараемся больше, наверное, толковать или в индивидуальном порядке, или в кружке семьи. И просим всех жителей, которые будут участвовать в субботник, мишки оставить в таких местах, чтобы специальная машина смогла нормально подъехать и эти мишки вывести на полигон. Индивидуальные участники и те, кто собирается работать вместе с другими людьми и своего домохозяйства, должны подать заявку на участие и отметить территорию, которую планируется прибрать, на домашней странице talkos.lv. После этого в УКХ поступит извещение о регистрации, которое будет согласовано в онлайн-режиме, если подтвердится, что подлежащее уборке место находится на административной территории города и не принадлежит какому-либо физическому или юридическому лицу. УКХ напоминает, что официально прибираться во время Большой Толоки можно только на территориях, находящихся в владении самоуправления. На домашней странице Большой Толоки доступна также карта загрязненных мест, где каждый может отметить особенно захламленные места, наиболее сильно нуждающиеся в уборке. Зарегистрированные участники совершенно бесплатно получат специальные мешки для сбора мусора. Их будет организовано выдавать Управление коммунального хозяйства. Подробная информация о том, когда и каким образом можно будет забрать мешки, в ближайшее время будет опубликована на домашней странице самоуправления daugavpils.lv. Подавать заявки на получение мешков могут и те, кто хочет принять участие в акции, но по разным причинам не может сам пройти регистрацию на сайте talkos.lv. Специалисты УКХ выдадут мешки и помогут пройти регистрацию. У индивидуальных участников в этом году будет возможность получить специальные мешки также в магазинах «Максима» по всей Латвии. Сделать это можно будет с 19 по 24 апреля, совершив символическую покупку хотя бы в 10 центов. В этом случае не обязательно заранее согласовывать свое участие с координатором Толоки, однако нужно соблюсти обязательные условия. Все индивидуальные участники должны доставить заполненные мешки в ближайшее официально зарегистрированное и отмеченное на карте место, чтобы оператор по уборке бытовых отходов знал, куда их забирать. Также имейте в виду, что количество мешков в магазинах «Максима» ограничено. По вопросам проведения Большой Толоки на территории Даугавпилса можно обращаться в Управление коммунального хозяйства по телефону или электронной почте. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.